Приветствую вас. Меня зовут Светлана. Я являюсь координатором русскоговорящих пациентов. Я расскажу вам, чем я занимаюсь. Мои обязанности входят. Это забота о удобстве и безопасности вашего проживания ежедневно. Потому что вы приехали получить не только высококвалифицированную помощь, но и спокойствие, новые впечатления, безопасность и комфортность проживания. Я расскажу вам о всех предлагаемых нами услугах. Это встреча в аэропорту, как удобно разместиться в гостинице, как приятно провести свободное время, организация транспорта в клинику, сопровождение в аэропорт при обратном вылете. И все это на доступном и понятном вам языке. Позвоните мне прямо сейчас, и я вам все расскажу.